Сыктывкарская «Ника» подписала Карину Низамову. Последние 3 сезона она провела в составе клуба МБА, стабильно входя в число лучших разыгрывающих страны. Ранее Карина Низамова играла за «Надежду», «Казаночку» и «Энергию». В составе молодежной сборной России дважды становилась серебряным призером чемпионата Европы до 20 лет. За главную сборную баскетболистка дебютировала в 2014 году. Карина – это боец, профессионал с настоящим характером победителя, который способен в трудный момент переломить ход любого матча, отметил президент клуба Руслан Семенюк.